Привет, братуха, только о тебе сегодня вспоминала, думаю, по поженюке позвоню. Как ты там, чё? Стреляют, бомбят, нахуй. На первой линии сидим, как бы, блядь. Не вывозят. Ты где сейчас, в какой местности? В Луганском. Да, в Луганской, на первой полосе здесь. Вот перед нами метров 800 хохлы, как бы, вот они бомбят нас постоянно. Живем, короче, в лесу, в этих землянках, нахуй. Ну, пиздец, вообще, все, что говорят по телеку, не верь, все вообще просто пиздец здесь. Начальство нас бросило, блядь, короче, здесь один старлей у нас, обеспечение, бутылка воды на восьмерых, 1,5-литровая, потом, знаешь, такие военные коробки, как они, сухпаи, ну, знаешь, но, два, сухпаи, но... сухпаи, два сухпаи на восьмерых, как бы, на сутки. А здесь-то по телевизору расписывают, заебись. Да, ну, техники нет, технику все взрывают, как бы здесь наша техника на своих, опять же, минах подрывается, сегодня хохлы в рупор орали, как бы нам, типа, сдавайтесь, мы вас по Женевской конвенции, как бы, не тронем, как бы. Мне сегодня ребята, мои студенты-выпускники, в ментовку поступили, тоже они, ага. Скорее всего, говорят, будут ментов, говорят, забирать Красноярска туда, у нас, они еще первокурсники, говорят, а нас уже на втором курсе, наверное, заставят. Здесь у нас подрывают тоже, то отступаем, то наступаем, то фиг поймешь, короче, полковник наш сказал, вообще там у нас 300 постоянно, как бы, из тверских, из 28 человек у нас осталось уже 9, как бы. Половина как бы сбежала, 500 их называют. Даже бегут? Да, бегут. У нас 80 человек убежало, прибежало, короче, здесь недалеко деревня есть, там распределительный пункт как бы был, клуб старый, разбитый, спрятались там. А укропа, короче, давай долбить эту деревню, и, короче, пацанов завалило плитами этих всех. Потому что 30 ушло. Им сразу дезертирство ебанут, наверное, да? Ну, да, видишь. Ой, блядь, рядом прилетело. Ну, у них, видишь, у них есть все. У нас даже вплоть даже биноклей нет, чтобы увидеть. Ночников нет, ничего. Нихуя себе! Точно, а по телевизору тут показывают, вот вот. Вообще пи***ц. Но мы добыли тоже трофейное, как бы, ночной прибор. Так посмотрим. А так нет вообще обеспечения, вообще никакого, сестренка. Вообще просто никакого. Просто как будто просто. Я тебе говорю, наш полкан, он просто, ему говорит, да вы мне нахуй не нужны. Говорит, спасибо, на вас настрать. Короче, как мясо. Сбоку привезли этих чисто зэки там. Ебать. Короче, мясо. Вообще увозят людей каждый день, 200 человек.